Мир всем! Наконец-то начался сезон сбора полевой клубники. Мужская часть населения тоже нам помогает. Причем нехило помогает. Так. Все работают, все. Чтобы зимой потом пить чай. Какая красота! Все буквально усыпано. Слава Богу. Красота. Да. Собираем ягодку на зиму. В общем, все, считай, работает. Или как сказать, все работают на зиму. Все лето. Вот так вот в Сибири живем. Ну, куда деваться? Тем более, Господь дает. Мы же над этим не трудимся. Она раз, сама выросла. Вот. Это как это? Приобретайте друзей богатством неправедным. Вот потом баночки варенья. Кому-нибудь дать можно, угостить. Так что, слава Богу, надо успевать. Она вот тут кое-где перезревшая, а кое-где еще недозревшая. Вот не поймешь. Ну, а как есть, в общем, ладно. Ой, я так посильнее решил. Какое разнотравье. Тут я поражаюсь. Всегда столько красивой травы. Все чай, цветет. Чай разнотравье. Да, вот здесь, по сути... Знать бы, что за травы. Да, наверное, можно и все. Просто литовкой косишь и продаешь чай. Да, косишь и разнотравье. Потом завариваешь. Землянику собираем. Она, ну, как-то так получается, не знаю, чем ближе к лесу, тем она покрупнее. Чуть-чуть там пособирали, там она не шибко крупная. Пошли быстренько дальше. Вот раз тут, а вот покрупнее вот началось. Вот, слава Богу, что есть выбор еще. Хочешь такую, хочешь сякую. Вот, да и вообще здорово, что есть возможность вот так взять и выехать. И не шибко далеко. Не куда-то за 3-9 земель там. Это я уже насобирала. Я не знаю, мы тут минут 15 есть или нет. Слава не знаю, Богу. У меня такое ощущение, что у тебя там трава под низом нет. Не обманываешь? Так, ну все, мы с Божьей помощью набрали тут. Слава Богу. Вот ну-ка, ягодка. Бабушка, где там покажи у тебя. Ого, крупная какая у тебя, а у нас а мелкая. У нас, ну-ка, посмотрим, какая у нас какая-то мелкая. Какая. Да, хорошо Назаровым ведром-то хвалиться. Да. Ну что ж, все, тут еще миллион ягод осталось. Так что, даст Бог, может, еще приедем.